Привет всем! Настало то время, когда нужно делать ТОшку внутри вариатора. И объявилась новая проблема, как бы. Это, я думаю, недоработка или просто, не знаю, как это назвать, но пришлось дорабатывать крышку вариатора, допиливать. Вот. Телепало, ремень. Сейчас покажу. Вот, смотрите. Ремень телепровала по крышке вариатора. Тут местами даже посерьезнее. Это, вот. Видите, его рвало. О, такие задобрены. Это мотор 157 завода. Я туда ничего не ладил, ничего дорабатывал. Видите, проблема в чем какая. Может, поэтому больше скорость не развивать дает. Посмотрим. Проблема в чем? Крышки вариатора, вот эти вот несчастные, где болты доходят, пазы, не дают. Терли об эти пазы. Я заточил, вот, все сточил, постарался без фанатизма, чтобы дырек не было. Вот эти вот так вот должно быть все пазы. А эти, видите, как получается. И за счет этого оно вот здесь перетирало ремень. И ремень не давало выходить на полный радиус, как и здесь. Думаю, почему у меня больше 95 не едет скутер. Вот проблема. Соответственно, поменял ремешок новый, берлинский, Powerlink. Обслужил трансмиссию, почистил. Там, конечно, всегда у меня чистота. Бензином помыл, сейчас посмазываю направляйки. Соберу и будем пробовать.